Ребят, всем привет из Сочи. Значит, продолжается война блогеров. Тут вот один неизвестный блогер, не то чтобы малоизвестный, вообще неизвестный блогер, решил, значит, хайпануть на моем имени. Значит, что я ему хочу сказать? Я ему хочу сказать спасибо. Вот. Он меня пиарит, он уже второй видос про меня снял. Я не буду называть этот канал. Я знаю, что он сейчас будет смотреть это видео. Значит, я ему хочу сказать: Вася, большое тебе спасибо, что ты меня обсуждаешь. Объясню логику. Значит, любая известность, она хороша. Вот чтобы обо мне не говорили, главное, чтобы мне говорили. Как сказал Эдуард Лимонов, знаешь, такой писатель, если ты вообще вот книги читал в детстве или там когда-то, он сказал, что мне нужна известность. Но поскольку скандальная известность держится больше, то мне нужна скандальная. Вот что бы ты про меня не говорил, чем хуже про меня ты новость расскажешь, да, тем лучше будет для меня. То есть спасибо еще раз тебе большое. Побольше про меня рассказывай, побольше про меня лей грязи, побольше сочиняй про меня всякие небылицы, там, что у меня нет бабы там, и так далее. И у меня будет просто очень большая популярность. Еще раз большое спасибо. Теперь, что еще хочу сказать. Если про меня говорят, значит, я интересен. Если у меня есть враги, значит, я чего-то стою. Если меня пародируют, значит, я в какой-то степени популярен. Теперь хочу сказать, что мой канал для думающих людей или для тех людей, которые хотят научиться думать. Что касается вот этого недоблогера, недожурналиста и, соответственно, как следствие, недочеловека, то я его канал отношу, знаете, как вот в пищевой цепочке есть верхняя вот стадия. Вот я, например, верхняя стадия. Объясню потом, почему. Слушайте до конца. У него низшая стадия, потому что, как сказал Чингисхан, лучше быть последним среди волков, чем первым среди шакалов. Вот я себя отношу к волкам. Почему? Потому что в каком-то смысле я писатель. То есть у меня вот сейчас две книги, я вам своих показываю, да. Вот мне говорят, что ты там книжками трясешь. Ну, я трясу книжками, а вы трясете яйцами, трясете сиськами, еще что-то, еще чем-то. Да. У меня два киносценария, там медали свои могу показать, дипломы, да. Вот. Так вот, лучше быть малоизвестным писателем, чем известным блогером. Потому что блогер, в принципе, это журналист. Но вот ты, я обращаюсь к этому блогеру, он знает, назовем его человек в маске, ты не доблогер, не дожурналист, ты журналюга, журношлюшка. Объясню логику. Значит, есть пищевая цепочка. Вот ты находишься на последней, на низшей стадии. Вот когда вот вся грязь вот оседает, вот все говно оседает, которое вот в информационном поле существует, да? Вот это говно ты подбираешь, ты его перерабатываешь. Вот всю грязь ты собираешь, там все вот. Про всех там ты говоришь, не только про меня. То есть ты на последней стадии пищевой цепочки. Так называемые там падальщики. Вот, падальщики. Вот, грифы те же там вот. Кто копается на помойке, да? Но я хочу сказать, что, тем не менее, я за что благодарен? За то, что он меня обсуждает в одном списке с Рустамом Солнцевым, с Прохором Шаляпиным и еще с кем-то. Вот. Я могу сказать, что мне пишет про его канал, что он опять про меня записал видео. Браво! Записывай и дальше про меня видео. Я их смотреть не буду. Мне не интересно смотреть тебя и не интересно смотреть буду Гришну. Потому что вы мне годитесь в сыновья. Я ничего у вас нового увидеть не могу. Ничего нового услышать. То, что вы говорите про меня там, как бы новое, это ваши домыслы. Единственное, что я благодарен Будде Гришне, что он в стриме 2 недели назад открыто восхищался моим каналом, открыто восхищался мной лично, как человеком, как личностью. Да, он говорил, что я поражен, что человек в 55 лет бегает по Сочи, снимает на ходу видео, много чего рассказывает интересного, с плохой аппаратурой, имеет много просмотров. У меня сотни тысяч просмотров. Сотни тысяч просмотров за 2 месяца. Если в минутах там миллионы минут просмотров. Ребята, о чем вы говорите? Кому я должен завидовать? Теперь, значит, смотри, ты вот человек в железной маске, который скрывает свое лицо, который все закрыл, то есть ты вообще неизвестно где. Я живу в Сочи, ты живешь в Мухосранске. Будда Гришна тоже живет в неизвестном городе. Ты жертва Алена Даллеса. Знаешь, такой Ален Даллес был? Автор программы против разрушения Советского Союза. Через что? Через культуру.
Вот вы, ты и Будда Гришна, вы жертвы вот программы Алина Даллеса, который говорил, что если вы хотите победить Советский Союз, то нужно побольше музыки, побольше тупых песен, поменьше осмысленных текстов в этих песнях, побольше порнографии, побольше разврата, поменьше справедливости, поменьше совести, поменьше того, поменьше всего. Не любить родину, не знать своих родителей. Вот Будда Гришна, он уже не любит Крым, он не любит уже Россию. Он говорит, я отдыхать буду только за границей. Он говорит, что русский шоу-бизнес – это говно. Он уже договорился до того, что, оказывается, русский шоу-бизнес российский боится, значит, Димаша показать, потому что типа все обосрутся и поймут, что, значит, Филипп Киркоров – говно. И, значит, вся Россия будет слушать только Димаша. Ну, понимаете, я могу сказать, что это мне ВКонтакте уже, я как бы стал в группе ВКонтакте с этими, которые занимаются фанатами Димаша, они мне присылают уже новые сообщения, я их буду озвучивать. Так вот, что касается меня, Будды Гришны и вот этого человека в маске, я не буду называть его канал, чтобы не рекламировать, кому нужно, найдете. Значит, про нас с вами сказала Элеонора Рузвельт. Анна Элеонора Рузвельт, полное имя. Это жена Рузвельта. Вообще было два президента. Теодор Рузвельт был и Франклин Делано Рузвельт. Это был его сын. Надо уточнить, чья это была жена. Скорее всего, второго. Ага. Так вот, она сказала про нас так. Великие умы обсуждают идеи. Средние умы обсуждают события. И мелкие умы обсуждают других людей. Так вот, я в своих видео, я обсуждаю идеи. Моя идея заключается в том, что откуда берутся гении, я рассказывал, откуда они берутся. Много здесь идей. Это одна из идей. Вторая моя идея, это я изобрел новый литературный язык. Эта книга написана новым литературным языком. Абстрактным, абсурдистским. Я считаю, что про Россию можно говорить только в жанре сатиры, жанра абсурда. То есть реальными словами нельзя говорить о современной России. Да и вообще в исторической перспективе про Россию можно говорить только... вот таким языком, иносказательным. Это вторая моя идея. Третья моя идея – это имена. То есть скажите мне, как зовут человека, и я вам расскажу 80% про этого человека. Не про всех. Есть примерно 10 имен, которые такие рабочие, где накоплена большая, значит, исследовательская база, на что можно опереться. Вот мои идеи. Когда я говорю о Димаше, я говорю тоже о музыкальной идее. Я не говорю, что ой, там Димаш, там я же не ржу над ним. Я никогда не ржал, ни над Буддой Гришной, никого не высмеивал вот так вот. Типа, ну что ты там, там, Димаш, ну давай, давай, Будда Гришна, что ты там, да? Ты же вот так вот про меня показываешь, да? Ты просто смешон. Ты молодой парень, ну, я как молодой, наверное, тридцатник тебе уже есть, под тридцатник, да? Тебе просто надо жену кормить. И Будде Гришне тоже, надо кормить жен. Вам нужно кормить жен. Поэтому вы зарабатываете на всем, на всякой фигне. Пытаетесь заработать. Будда Гришна зарабатывает. Молодец. Он прохавал эту фишку. Вот. И просто взял, он что сделал? Он, сейчас скажу, что он сделал с казахами. Чингисхан сказал... Сумей сделать людей гордыми, и гордость сделает их глупыми, и тогда ты возьмешь их. Это сказал Чингисхан. Но это Будда Гришна сделал с казахами. Он сделал их гордыми. Он научил их гордиться Димашом. Что сделало, ну, как говорит Чингисхан, сделало их глупыми, и тогда ты возьмешь их. И они все подписались на Будду Гришну. Жители Казахстана, я не говорю казахи, я говорю казахстанцы, вас просто поимели. Я уже много раз об этом говорил. Теперь вернемся к Элеоноре Рузвельт. Итак, великие умы обсуждают идеи. Я обсуждаю идеи. Будда Гришна обсуждает события. То есть это средний ум. Средний умы обсуждают события. Это Будда Гришна. Он как бы посередине. Ну такой вот. Ну середина, золотая середина на самом деле. Потому что в голове у Будды Гришны своего ничего нету. Но у него есть там процентов 10 жизненного опыта. Он там болел. Вот все, что он говорит про себя, это нужно проверить еще по нему, правда это или нет. Что его лечила Джуна, что он там знал того, там знал этого, пятого, десятого, там, понимаете. Это все нужно проверять. Вот. И третья стадия, это мелкие умы. Это вот ты, человек в маске, который обсуждает других людей. Ты обсуждаешь меня, обсуждаешь Будду Гришну, обсуждаешь Рустама Солнца, обсуждаешь Прохора Шаляпина. Ты обсуждаешь людей, ты мелкий ум, ты падальщик, информационный падальщик, в говне, понимаешь. Я тебе предлагаю такую идею. Вот возьми, значит, дерьмо, можешь даже свое взять, и напиши на стенке мое имя и фамилию. Вот и все. Чтобы еще раз пропиарить меня. Потом посмотри на свои руки. Вот и все. Дальше.
По поводу того, что я неудачник. Вот мне, я устал, ребят, говорить уже. Вот. Ну какой? Ну у меня вот ну, 4 квартиры в Сочи. Пока 4, будет 6. Дальше. Я написал 4 книги и сдал. 2 киносценария. 2 первых места на Кубке Восточной Европы. Диплома показывал еще. Съемки в сериале. И это не последний сериал, это только первый. 2 кинокамеры. Куртка замшевая. 2. Собака обещала с милицией прийти. И вы мне говорите, что я еще, значит, кому-то завидую, да? Я живу в Сочи. Вы где живете? Вот я в своей квартире нахожусь. Не в той, а уже в другую, понимаете. Почему я должен кому-то завидовать, понимаете? Все, что я хотел в жизни, я добился. У меня было 6 жен и все красавицы, все замечательные. Я 3 детей воспитал. То есть у меня все было, все, что я хотел, я добился. Вот у меня был кумир в детстве, вот такой, Кен Хенсли, Юрий Хип. Видите, Юрий Хип. Вот внизу автограф, видите, он мне оставил автограф. Вот это тур, который вот он был в Сочи, 12 декабря, посмотрите. 12 декабря, Сочи, Зимний театр. Вот. У меня с ним обнимашка, у меня с ним селфи, я с ним поговорил по-английски. Ну о чем еще мне мечтать? Это было в 2013 году, по-моему. Вот. В 2001 году я попадаю в Лондон на радио к своему тоже кумиру Севину Городцеву, начинаю с ним работать. Он мне дает телефон своего родственника Мехрдада Бади, который пел «По волне моей памяти». Говорит, хочешь, сделай интервью с ним. Я делаю с ним интервью. То есть это кумир. По волне моей памяти, я мысленно вхожу в ваш кабинет, он поет песню. И вторую, Goodnight он поет. Представляете, этот человек говорит мне, спасибо, что ты сделал про меня передачу. Ты, говорит, вообще первый, кто сделал про меня. Ну что еще, о чем можно мечтать? Это вот, представьте, что вы познакомились с Аллой Пугачевой, сделали про нее передачу, и она еще потом вам пиво проставила. Вот это было со мной. Да я самый счастливый человек на свете, поверьте мне. Я сидел в Норильске в этом и мечтал об этом Юрой Хипе и Мехрдаде Бади. И вот оно упало мне с неба, понимаете? Любить надо, надо любить. И тогда все придет. А вы ненавидите. Поэтому я говорю, что я Димаша люблю, он мне нравится. Я Димашу просто указываю на его, потом поговорим еще дальше. Потом по поводу моих заработков. Я зарабатываю 1000 рублей в час. 1000 рублей в час я зарабатываю массажистом. Если я делаю массаж, мой массаж стоит 1000 рублей в час. Понимаете? Я могу зарабатывать 10 тысяч в день. Потом половина из моих жен меня содержали. Не я их содержал, а они меня содержали. Но тогда я был немножко помоложе, покрасивше. Меня было за что любить, поверьте мне. Потом, смотрели фильм «Афоня»? «Афоня, ты на какой бы планете хотел жить?» Спрашивает Леонов Куравлёва. Куравлёв говорит, да, где пиво бесплатно? Ребят, я пью пиво бесплатно. Я сейчас иду в клуб пить бесплатное пиво. Все, что мне нужно, положу 1000 рублей на счет, и я могу вообще ставки не делать. Я весь вечер пью, ем пиво. Это раз в неделю, понимаете? Вообще без проблем. То есть, ну, коммунизм. Так, ну вот, пожалуй, все. Вот такое вот короткое видео. Набросал такой конспектик. Вот по конспекту прочитал все, что я хотел. Теперь смотрите, у меня Казахстан, меня смотрит теперь уже 20, больше 25%, это больше четверти, меня стал смотреть Казахстан. Раньше было 20%, то есть 1/5, теперь Казахстан меня смотрит 1/4. Хотя я продолжаю критиковать Димаша, или Димаша. Вот. У меня конструктивная критика, то есть я сравниваю с разными, не с одним с каким-то, а с разными, с этим, там, с женщиной, с мужчиной, высокий голос, низкий голос, оперный голос, тенор, баритон, понимаете, с разными, там уже десятки сравнений. То есть с разных сторон я подхожу, понимаете, это конструктивный подход, это сравнительный анализ. Я указываю на ошибки Димашу, что вот здесь ты ошибся, вот здесь надо лучше. Вот я говорю, молодец, Димаш, молодец, ты 25 лет, тебя уже знают там, в Америке, уже там в Лондоне, во Франции, да, молодец. Но нужно двигаться дальше, нужно развивать вокал, нужно убрать вот это, убрать крутого, там, записать хороший хит, нанять композитора, нанять западного менеджера. Я не просто, вы знаете, есть такая вот, критикуешь, предлагай. Вот я всегда предлагаю, в каждом видео критикую Димаша, я предлагаю, что нужно сделать Димашу, понимаете? Убрать крутого, убрать, значит, отец и продюсер, неудачный продюсер. Дальше, заняться вокалом, серьезно заняться вокалом. На полгода вообще замолчать, чтобы был голод. Вы знаете, когда Тухманов
начинал в 60-х. Эти глаза напротив, последняя электричка, льет ли теплый дождь. Значит, как прекрасен этот мир. У него продюсер кто был? Его жена, гениальная украинка Татьяна Сашко, которая пела «Белый танец» из кинофильма «Это веселая планета». Она, знаете, что сделала? Она гениальная была. Это она его сделала. Она придумала песню «День Победы». Она много чего придумала. Она, по волне моей памяти, она продюсировала, она придумала. Так вот, она сделала искусственный голод на Тухманова. То есть, Тухманов только занимался музыкой. Только музыкой. Она стала его директором. Она закрыла его для всех. То есть, Тухманов перестал существовать. Представляете, человек пишет гениальные песни, все звонят, все ищут. Нет, нет. Она хитрая хохлушка. Она говорит, Давид Федорович занят, его сейчас нет. Подождите, перезвоните, он будет через недельку. Он сейчас работает над вот этой. Нет, вы хотите заказать? Нет, подождите, он сейчас занят. Вот. То есть, что значит голод? Голод, это значит цена выросла, понимаете? Вот так нужно Димашу. Ему нужно замолчать на полгода, чтобы все поклонники и фанаты задались вопросом. Так, а где, что случилось? Димаш, куда ты пропал? И тут появляется Димаш через полгода в новом качестве, понимаете? Он полгода простажировался. Вот как Магомаев поехал в Ласкало, в Милан, в начале 60-х стажировался. Вот потом съездил в Финляндию на гастроль. И вот после этих Финляндии, после этих гастролей в Финляндии, Магомаев и загремел. Вот. Кстати, вот этот французский певец Шарль Азнавур, он же армянин. Вот вы мне говорите, вот там... чистокровный казах. Да я нормально отношусь к чистокровным казахам, особенно казашкам. Шарль Азнавур вообще армянин, понимаете? И он никак не мог пробиться. Его во Франции никто... Но он съездил в Марокко на гастроли. И вот после Марокко он почему-то начал... Вот он что-то там подчеркнул. Что-то он понял в этом арабском Марокко, да? Там, кстати, девки красивые учились. Я в Москве учился, у них рядом общага была. Блин, ну это что-то с чем-то... Вот что-то он там подсмотрел, этот Шарль. Вот так надо и Димашу. Вот. Ему нужно на полгода замолчать, заняться собой полностью. Ну, ему нужен новый директор, новый продюсер, новый менеджер, новый пиар какой-то там директор. У него государственная программа. Ну, наймите нормального человека, который вам расскажет, как надо, что делать, понимаете. Вот. Совершенно другие песни нужны. У него грустные песни. Ему нужны танцевальные. Веселая, молодежная музыка. Вот что ему нужно. Тогда он будет популярен. Люди будут танцевать, на дискотеках будут под него танцевать. В караоке его, будут его петь песни. В караоке поют песни Димаша. Но это невозможно, ребят. Но это тоска смертная. Это, знаете, вот послушаешь одну песню, вторую, третью, и можно сразу вешаться у Димаша. Серьезно, без обиды. Потому что сначала начинается шепотом все песни. Там звуки вообще непонятны. Потом начинается оперный голос, второй куплет. И третий куплет писк. Вот мне сегодня прислали заключение жюри, которое забраковало Димаша. Вот абсолютно все аргументы, которые я уже в 20 роликах произнес, то же самое казахское жюри, подчеркиваю, казахстанское жюри,